Я создан из мягкого, податливого материала. Я должен измениться, стать таким же неукротимым, как вы. Представь себе, ваша природа, помноженная на технологии охотников. Мы станем величайшей силой во Вселенной. Оттуда рядовой. Я не знаю, что это за существо. Уходите. Не вступайте в бой. Уходите. Которые вы помогли мне достать, касаются Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд Ютали. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Впереди какое-то движение. Не буду вас отвлекать. Пожалуйста, берегите себя.
похоже на присутствие суда. Это же боевой андроид. Они же запрещены. Я узнаю Карла. Он не считается запретами. Впереди еще кто-то. Цель в бесконечности. Корпус у них защищен лучше. За нами. Вы прошли, рядовой. Десантный катер был сбит над этими пещерами. Геологи говорят, что пещеры под заводом уходят на большую глубину. Я раз напился с одним из них, из геологов, то есть, и он сказал, что туннели эти неестественного происхождения. Но и не людьми проделан. Ясное дело, что-то они нашли там, внизу. Вдруг откуда ни возьмись, везде объявились парни из корпорации. Кто-то сказал, что Вейланд тоже тут был, но сам я его не видел. Зато видел боевых андроидов. У меня от них мурашки по коже.
Вейланд дал нам не слишком много времени. Скоро научная бригада займется расшифровкой хранящихся здесь данных. Мы были правы. Это гробница, построенная охотниками, чтобы воздать почести великому королю или воину их расы. Невероятно, сколько удалось узнать, исследовав одну лишь комнату. Коридор оснащен чем-то вроде голографической системы. Несмотря на ее возраст, полагаю, система по-прежнему в рабочем состоянии. Однако мы не знаем, как она приводится в действие и что должна отображать. Мы здесь всего лишь незваные гости. Нам неизвестно, как работает этот комплекс. Oh!
Придется немного полазить. Курсант, как ты тут оказался? Как нельзя кстати, рядовой. Андроиды, невидимые снайперы, жуткие твари. Добро пожаловать в армию. Парень, вон там для тебя припасен пулемет. Хватай, сейчас к нам пожалуют гости. Тревога! Осторожно! Он здесь! В расход! Десант, не расслабляемся. Thank you.
Сворачиваем! Прикройте! Перезаряжаю! Для крушения на нас напали. Они утащили капрала. Мы ничего не смогли сделать. Мы оставили двоих охранять и пошли искать их. Неужели? Черт. Они тоже погибли? Пошли. Надо спасать их. Моя команда. Их больше нет. Всех собрали эти твари. Мне нужно выбраться отсюда и предупредить. Нет! Вернемся к работе. Чувство священного трепета, охватившего меня в первый момент, уступило место восторгу от того, с чем нам довелось столкнуться. Источник столь чистый, что ценность его невозможно переоценить. Куда он делся? Что это вообще за тварь? Похоже, остались только мы с тобой. Действуем так. Прикрывай меня, а я прикрою тебя.
Все, брат. Мы с тобой вдвоем против этих тварей. Помирать так с музыкой. Вы слышали? Не снижаем бдительности. Что там было? И сам не расслабляемся. Идем. Надо спасать текилу от этих тварей. Среди руин мы продолжаем находить изображения ксеноморфов. Эти существа имели важное значение для охотников. Но какое? Кто они? Домашние животные, враги или боги? Я уверен, ответ прячется где-то здесь. Сколько там этих тварей? Как они вообще здесь оказались? Нам крышка. Они нас убьют. Они тут везде. Не снижаем бдительность. Что там было? Не расслабляемся. Слышали? Ну все. Нам конец. Не снижаем бдительности. Что там было? Десант, не расслабляемся. Черт. Вот он. Вы слышали? Мочи, твари!
Не снижаем бдительность. Десант, не расслабляемся. Указатель цели должен помочь вам не сбиться с пути. Мне очень жаль. Теперь вы одни. Здесь есть еще один пульт управления дверью. Кажется, я нашла. Теперь следуйте за указателем.